Сейчас происходит как раз вот этот саммит БРИКС, всем известный саммит. Мы постоянно получаем какую-то информацию о том, как прошли те или иные встречи. И что невозможно не отметить, у нас замечательные отношения с нашими соседями, как Китай, как не так далекие страны Азии, в частности Индии. И у нас, да, теплые отношения, и я считаю, за этим будущее, за этим саммитом стоит дружные, теплые отношения.